Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такие вот конфетки, шипучки. Кондитерская фабрика Богатырь. Микс со вкусом апельсина, лайма и колы. Покупала их в фикс-прайсе за 50 рублей. Так вот он выглядит. Какие еще есть другие шипучки? 180 грамм. На все это будет фотография в конце ролика. И давайте откроем и попробуем. Вот такие вот. Ну вот он коричневый, это у нас кола. Так, с апельсином. По-моему, даже с апельсином здесь больше всех. Лайма вообще мало. Так, давайте посчитаем. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Всего 14 штук. Ну, здесь, конечно, меньше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всего 7. И здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Здесь у нас 22 конфетки. Вот, ну, довольно. Ну, хотя бы, знаете, с колой много. Честно говоря, я люблю чупа-чупсы с колой. Они очень для меня такие вкусные. Вот, а тут как раз именно шипучки. И колу я здесь люблю, и апельсин я очень люблю, и лайм тоже. Наверное, начну я пробовать с колы. Она у нас выглядит. Выглядит она у нас вот так вот. Там что-то такое прозрачное. Запаха особо нету. Ощущение, что там то ли что-то лежит, то ли прозрачно. Хочется, знаете, вот лампочкой снизу под это подсветить. Ну, попробуем. Наверное, это шипучка лежит. Она настолько вкусная, мне торопиться не хочется. Там действительно вкус кока-колы, потому что недавно я покупала чупа-чупс с кока-колы. Он уже не такой, как несколько лет назад, когда я его покупала. Он уже какой-то, как обыкновенный какой-то чупа-чупс. А вот здесь вот прям вот реальный вкус кока-колы, мне очень понравилось. И также я недавно покупала даже кока-колу, она мне вообще не понравилась. Она как будто разбавленная водой. Я думала, их разбавляют только в Макдональдсах, вот всяких таких вот. Но нет, в бутылках ее тоже разбавляют. Причем я взяла бутылку, которую покупают часто, то есть там уже остатки были. Я думаю, раз покупают, значит, она вкусная. Но нет, мне не понравилось. Покупать я больше ее не буду. Вот. Давайте с апельсином попробуем. Они, кстати, довольно удобные, такие треугольничками. Интересные. Вот здесь тоже. Внутри. А, ну вам вот видно, в принципе, сейчас. Это вот, видимо, вот эта вот шипучка. Попробуем. Вкус действительно апельсина. Сладкого апельсина. Причем, прям, знаете, такой явный апельсин-апельсин прям. Потому что я очень много пересосала сосучек. И с фикс-прайса также я очень много перепробовала. Уже, не знаю, просто может быть привычное. Особо не замечаешь, что там апельсин или что-то. Оно просто чисто как сосучка, просто пососать. Там, убить немножко голод. Что-нибудь там или тошноту, когда там в автобусе едешь и все. Но тут прям приятно, прям такой, знаете, апельсин. А по ощущениям, как будто я сосу прям дольку апельсина.
Наверное, даже, знаете, эти конфеты буду, наверное, покупать. Они мне очень понравились. Единственное, конечно, клали бы одинаковое количество и апельсина, и лайма, и кока-колу, потому что кока-колы хочется, чтобы было побольше. И лайма, конечно, я лайм очень люблю. По-моему, я с этим апельсином дохожу до этой шипучки, и довольно интересный такой получается вкус и ощущение. Ощущение во рту. Чувствуется, как по языку, на языке вот лежит конфетка, и из конфетки выделяются маленькие-маленькие пузырики, бегущие по языку, по небу. Это так необычно. Я как-то привыкла досасывать до конца, и потом куда-то она там девается, съедаю я ее, что не помню, куда она там. А здесь какие-то другие ощущения. Она, знаете, такая становится, как газированная, как лимонад пьете, вот точно так же, только сосучка. Там в сосучке образовалась маленькая дырочка. Если вы вспомните, что то там в некоторых местах, ну, следующую сейчас конфетку я покажу, в некоторых местах там видно, что вот эта вот пузырчатая начиночка очень прям находится как будто с краю этого леденца. И как раз образовывается маленькая дырочка, из этой маленькой дырочки выходят маленькие пузырьки, и кажется, как будто ты пьешь сосучку, ну как бы ешь сосучку и пьешь газировку одновременно или там какой-то лимонад, то есть сосешь апельсиновый леденец, да, и пьешь апельсиновый лимонад, то есть ощущения вот такие. Или даже, знаете, не пьешь, а лимонад держишь во рту вместе с этой сосучкой, наверное, так будет правильнее сказано. Очень вкусно, очень необычно. А при этом стараешься почувствовать вкус, об этом задумываешься и не знаешь пока, вот я сейчас не знаю, что будет дальше, когда я сосу, и поэтому ждешь, что будет дальше. Решил все-таки я вам показать, смотрите. Вот она видна, есть дырочка. Есть вот она дырочка. С одной стороны и с другой. Вот и через эти вот дырочки при попадании влаги она как раз выходит, эти вот пузырьки. Не знаю, она, по-моему, не сквозная дырка. Не знаю даже. Ну вот, смотрите. Точно так же тут. Вот она. То есть дырка будет с этой стороны. И с этой стороны. Вот. И из них будет как раз, когда появятся дырочки, блин. Короче, когда попадет слюна, отсюда и с этой стороны будут выделяться пузырики. Вот. Она прям стала совсем маленькая, дырявая. Можно, знаете, кто, наверное, помнит, были, не знаю, сейчас продается, по-моему, сейчас уже не везде продается, были сладкие браслеты, что ли, они назывались, там тоже такая веревочка, и на ней одеты маленькие такие конфетки, маленькие. А потом где-то в конце такая одна большая. Если я найду фотографию, может быть, я либо сейчас вставлю, либо в конце ролика. Наверное, скорее всего, сейчас. Если она сейчас у вас встала, значит, я ее нашла. Вот. И вот чем-то вот эти конфеты мне напоминают. Мне кажется, сейчас можно веревочку вставить просто в эту конфетку и сделать какой-то такой небольшой браслет, а потом просто, когда захочется, съесть. Ну, примерно как вот те были
И такая же это. Причем там, ну и там, в принципе, были разноцветные, нежно-розовые, что-то вот сейчас помню, нежно там белый, нежно-голубенький, вот что-то такое. Ну и здесь тоже будет, ну, представляете, на руке будет смотреться красиво. Так, пробуем мы с вами лайм. Лайм? Да, лайм. Лайм. А, по вкусу, знаете, чувствую, что очень сладкое. Вкус лайма, ну, такой, знаете, ну, немножечко, чуть-чуть совсем. Не знаю, может, я, поскольку вот эти уже перепробовала, и лайм для меня кажется не лаймом. Есть немножко какой-то вкус кисленький такой, немножко похоже немножечко на лимон, но лайма я не чувствую. Я ела лайм, настоящий ела лайм, но его я не почувствовала. Просто, кстати, он сладкий, довольно приторный, сладкий. Наверное, самый вкусный это апельсин и кола, поэтому их в принципе и много. А лайма, наверное, действительно не особо он вкусный. Его мало, ну, в принципе, поэтому его мало. Так, у лайма побежали эти пузырики, видимо, дырочка сразу стала большая, и их побежало очень-очень много сразу, побежали не в глотку ко мне. В принципе, вот этого я и боялась, что их может неожиданно оказаться очень много, и мне будет не совсем комфортно, не совсем приятно. В принципе, вот так и случилось. Их сразу неожиданно стало много, и хочется даже покашлять немножко. Как-то ощущения не очень приятные. Сейчас уже начала сосать кока-колу. Сладкое, вкусное, точно так же пузырьки побежали. Очень приятно, необычно, сразу как-то подбадриваешься, а то так вот сосешь, как-то так жизнь идет своим чередом, а потом так тебе хоп, и какие-то пузырьки выскакивают неожиданно, и как-то необычно становится. Мне понравились эти конфеты, очень-очень понравились. К тому же чувствуется прям вкус колы, чувствуется вкус апельсина. Лайма, может быть, я перепробовала столько, и поэтому не почувствовала, не знаю почему. Попробую еще, если что, потом в комментарии напишу. Но я думаю, что, скорее всего, они просто сладкие, и совсем чуть-чуть, кажется, чувствуется лайм, совсем капельку. Вот, рекомендую эти конфеты, правда, понравились. Всем спасибо за просмотр, с вами был канал Art Mania, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, понравились ли вам такие конфеты, чем понравились, чем не понравились. Также смотрите мои другие ролики, кулинарные рецепты. Мы с вами будем еще скоро очень-очень много готовить. Также другие обзоры, обзоры из Fix Price и других магазинов. Также можете в комментариях написать, какие продукты вы хотите на обзор. Также мои влоги, как мы с сыночком живем, как мы гуляем. Тем более скоро лето, пойдем гулять с ним. И всем пока-пока.